Всем привет, ребят! Сегодня просто знаменательный день, потому что сегодня я собираюсь поиграть в Sims 4, наконец-то! Я чувствую себя так, как будто вернулся на полгода назад, когда я только создал канал, и моими первыми летсплеями были видео по Sims 3, и вот, наконец-то, я в Sims 4, давайте начнем, мне не терпится! Ну, что будет? Покажите. О, редактор создания персонажа. О май гад, я могу сделать мускулистые руки этой бабе. Вау, вот это мускулы. Ох, тут поугарать можно. Ох, я чувствую, тут поугарать можно, реально. Так, ну давайте тогда попытаемся кого-то создать. О май гад, я так рад. Так, молодой. Парень молодой, хотя это и не парень вовсе. О, Хаммери Квас. Походка, слушайте, ну я не могу. Давайте мужика попробуем создать какого-нибудь. Так. А, конечно же. Ребенок. Вы, конечно же, понимаете, кого я собираюсь создать, верно? Я собираюсь создать Халка Халковича. О, да. Нет. Нет. Вот такая вот походка будет у Халка. Так, ну давайте его создавать. Только как мне... имя, конечно же, Халк. А фамилия Халкови... Халкучи. Халкович? Халкович. Да, окей, это точно Хал Халкович, только немножко не понимаю. Как мне... Так, он у нас хочет стать... Подожди. Какой у нас там Халк был? Он у нас был... помню... Какой он у нас был вообще? Я помню, он был злой. Я помню, он был... Наверное, он был... Я серьезно забыл, каким он был. Он, по-моему, был безумным или вроде того. Это просто персонаж года сейчас будет. Хотя, мне кажется, я создаю какого-то этого. Ну ладно, семьянин пусть будет. Так. Цель у него будет... Эй, вообще-то мне нужно... Давайте попробуем Задиру. А, ну тут в любом... А, вот, дурной нрав. Да, подождите, тогда давайте, пусть у нас будет он. Семьянин. Где семьянин? А, он был неуклюжий, я помню. Или он был уклюжий? Нет, это я перепутал его с... Быдло Гопстоповичем. Гопстопович. Да какой ты был, Хал Халкович, какой ты был? Ты, наверное... Короче, пусть он будет вообще семьянин, вот, нашел. Так, дурной нрав. Враг народа, он хотел... Большой бедокур. Нет, Хал Халкович, я помню, у нас хотел стать преступным вообще магнатом. Ну, я не буду перематывать, как я создаю Халка, потому что я хочу... создать его как-то по-особенному. Так, ну и что? О, вот оно как работает. Слушайте, интересно. Давайте рожу ему изменим. Слушайте, ну блин, круто. Так, давайте попробуем. Лицо. Какое-нибудь примерно... Какое там лицо было у Халка? Ну, какое-нибудь такое, наверное. Да, думаю, сойдет. Нет, подождите. У него был какой-то гигантский подбородок, я помню. Ну, хотя бы такой. Не, пусть будет вот такой. Так, лицо. О, тут есть специально зеленый цвет кожи. Есть синий, есть зеленый. Найс, только он не такой зеленющий, как должен быть, но, в принципе, ладно. Что у него там было? Веснушки, по-моему, или нет? Ладно, пусть не будут веснушки у него.
В любом случае, нам нужны какие-то длинные волосы. А! Эй! Да вы что, совсем что ли офигели? Тут нельзя сделать длинные волосы Халку? Ну ладно, пусть у нас он подстрижется. О! Он мне какого-то актера будто напоминает. Так, нос у него был гигантский. Да, еще бы его... Слушайте, это нос как у меня. Еще бы припод... Не... Бро, что с тобой не так? Что я творю с его глазами? Что я вообще, на что я трачу свою жизнь? Вот на... О, вот это королевский нос, конечно. Так, усы, борода. Я ничего даже вырезать не буду. Просто пусть будет так. Так, я помню, у него была вот такая какая-то борода. Вот это вот уже более-менее похоже на Халка Халковича или... На Юзю, что ли? Так, новые предметы. Да, у меня тут Deluxe Edition. То есть у меня тут есть какие-то... О! То есть у меня тут есть какие-то предметы, которых нету обычных смертных. И это круто. Так, блин, только... Так... А, я запутался уже. Уже. Так, стой. А мне бы цвет изменить подетальнее никак нельзя, нет? Ну, ладно, пусть будет так. О, лицо и цвет... А, окей. А, нет. Вот так. Кстати, вот такой вот нормальный персонаж выходит, по-моему. Ну, неплохой такой чувак, обычный чувак. Но нет. Мы первым делом создаем Халковича. О, нет. У него были черные волосы. О, Халк Халкович, давно мы с тобой не виделись. Так, он у нас носил какие-то очки. Какие-то, наверное, вот... Нет, у него были угарные очки. О, вот они, эти очки. Это чисто, я вам клянусь. Это те очки, это те самые очки. Так... Ну, это ему вообще не нужно, в принципе. Так, ну окей, это более-менее похоже на Халка, да? Слушайте, я только сейчас посмотрел вообще издалека. Это чистый Халк Халкович. Так, только мне бы еще научиться цвета менять. А, вот. Можно сделать... О. Так, а давайте мы как-нибудь, наверное... Ну ладно, я так понял, что здесь нельзя сделать ядрёно-зелёного цвета, так что... Ну это обидно. В прошлой части можно было хоть фиолетового сделать человека. Ну да ладно, не такой уж и большой минус, с учетом того, сколько тут плюсов. Ты у нас, бро, накачанный. О, вот это да, это настоящий Халк. Это, черт возьми, настоящий Халк. А, в полный рост, да? А мне вот как раз-таки и надо. Я помню, что, блин, можно одеть его как чёртового Дарта Вейдера. Это охрененно, ребят. Возможно, у нас в семье будет жить Дарт Вейдер. О, слушайте, он выглядит классно даже. Только... Нет, мне нужен... Не, ну как вам сказать? Он ходил, я помню... Он ходил, я помню, в каком-то таком костюме. Конечно, не прям-прям таком. У него был какой-то костюм такой, знаете, типа... Ну, черный с галстучком. Ну, окей, в принципе, выглядит хорошо. Галстук у него, да, я помню, был красный. Стильненько. Ой. А, он босой у нас ходил, это я тоже помню. Так. О, нет, Халк. Халк не надо. Так, ладно, пусть будет как-нибудь, наверное, вот так. Отлично. О, нет. Даже смотреть на это не хочу. Угу. Чё мы еще можем изменить? Эй, а очки куда делись? Я что-то не понял. Салыш? Носки? Одежда? Где это было? Я не могу найти... Аксессуары, ну и что? По-моему, у Халка на руках были кольца. Ну вот хотя бы так. Давайте он у нас пока что один будет, потом мы сможем к нему кого-то добавить, но я хочу приключения Халка Халковича опять забабахать. О,
Блин, вот можно было бы эту рубашку надеть. Вот это вот уже поинтересней будет. Да, у Халка Халковича был какой-то вот такой вот костюм. Это я помню. Только жалко. Нет, у него было все наоборот. У него был черный. Не, ну, хотя, в принципе, нормально. Чё? Так, нижняя часть. Ну вот, вот это вот я понимаю, чё. Круто всё. Только, блин, где тут были... О, вот эта тема. Вау, вот он, Халк Халкович. Не какой-нибудь вот такой. Ни хрена себе, он как подушка набитая пухом выглядит. Да хорошо. Что-то я такого не помню. Слушайте, а как я так сделал, что тут теперь другие настройки, что тут вместо рожи... А почему фигура-то? Куда я это все дел? Что я сделал не так? Подожди, может быть, мне надо дважды нажать? Ну, одежда, допустим. А почему тело, когда мне нужно не тело? Ну ладно. Может быть, и так сойдет. Блин, ну Халк Халкович у нас, конечно, в новой части вообще другой. Вообще другой. Он выглядит, черт возьми, по-другому. Я понял, как это все работает. Так. Хорошо, аксессуары. Мне нужны очочки какие-нибудь. Какие у него были очки? Так, вот они, старые очки Халка Халковича. Вот так вот. Желтые? Да ну не, черные. Так, ну вот и он, наш Халк Халкович. Конечно же, в следующей серии я буду монтировать, но в этой серии я не буду ничего монтировать. Ох-ох-ох-ох. Так, ну что же. Я думаю, что он готов к отправлению. О, Халк. Я, наверное, тебя сохраню как... Ну, да, Халкович. Хорошо. Да, начнем. Переезд. Хорошо. Давайте будем жить где-нибудь... А давайте сделаем... Вот, ребят, кто не смотрел мой самый-самый первый сезон Симза, тот вообще многое потерял, поэтому быстро в плейлисты. И вот первые серии Симза — это как раз первый сезон. Я их на сезоны не особо делю, но первый сезон был самый офигенный, да. Да-да-да-да. Итак. О, тут два города даже есть. Но нет, я хочу жить в городе. Я хочу создать дом, как в первом сезоне. Это было офигенно. Так, на что у нас вообще хватает денег-то? Я что-то не понимаю. А, вот, слушай. Так, давайте мы будем жить где-нибудь вот тут, наверное. С мебелью. Правда, даже не знаю, как-то... Ладно, будем жить здесь. Там выглядит достаточно уютно. Хотя, блин. А, там тупо участок. Я не хочу тупо участок. Я хочу дом. О, слушайте, это очень похоже на наш старый дом. Это очень похоже на наш старый дом из первого сезона. Ну, в смысле, не внешне, а именно по местоположению. Он тоже в какой-то заднице находился в первом сезоне. Я сделаю точно такой же. Я даже, наверное, пересмотрю свои старые серии. Ну, или по... Слушайте! У меня такое ощущение, как будто... Халк, смени одежду, пожалуйста. Вот. А у меня такое ощущение, как будто... Да понял я, господи. Как будто это реально наш старый дом, потому что я вам вообще... Вот кто смотрел первый сезон, тот поймет. Это место, чисто место из первого сезона. У меня был дом в точно таком же месте, вот в этом же месте у меня был же дом, только он был какой-то деревянный и говняный. И вот тут вот стояли так соседи, там был поворот направо, я помню, слева... было кладбище, вот здесь вот где-то жил забагованный ребенок, у которого не было ни рук, ни ног, или вроде того. Кто это тут бежит?
Игра у меня тем временем работает в 60 FPS на максимальных настройках, и я этому очень рад. Так, управление стенами, это, конечно, все хорошо, но мне бы сделать так, чтобы вы... Так, ты хочешь купить игрушку? И слушай, бро, может быть, давай ты не будешь мне тут впаривать вот эту вот туфтологию про кучу-кучу подсказок, может быть, хватит, пожалуйста. Я, конечно, все понимаю, но, блин, Халкович, наконец-таки мы вернулись к Халку. Наконец-то. Так, что ты там делаешь? Активная очередь. Слушайте, пацаны, а может быть вы не будете мне... Вот, я вам серьезно говорю, давайте вы без... Пожалуйста, хватит. Да понял я. Хватит. Как мне выйти из этого режима? Давайте поищем, где можно выйти из режима обучения. Потому что мне это немного мешает. Окей. Я не знаю, как выйти из режима обучения. Это плохо. А, вот. Подожди. Что? Он хочет готовить? Разве? Так. Окей. Давайте вообще взглянем на наш дом. Что с ним так или не так? Оу, окей. Да. Все как в первом сезоне. Развалюха без крыши. Это я помню. О, ну блин. Первый сезон. О май гад. Все продолжается. Все возвращается. Так, Халк Халкович у нас злой персонаж, говорите. Так, ну ладно, я думаю, что приключения я оставлю на потом. Пока что мы только знакомимся со всем на свете. Всем спасибо за просмотр. О, я уже предвкушаю. Всем пока!